Перед мыслями соберусь. Только подбегите сюда, забафуйтесь. Удерживать меня вечно. Назойливые насекомые, освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую смерть. Самодовольный глупец. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Для тех, кто не понял, один гитарист, но их всего выходит 4 штуки. Одного мы гриппом в миллизону, и дается по нему стан какой-нибудь, там, желательно. И заливается этот гитарист в миллизоне. И паладин по КД его фиряет, чтобы струну он не пускал. Если струны пускаются, он пускает их, один гитарист, 4 штуки, в форме креста. Как пример, очертания на Халионе лезвия в Гере, вот таких вот просто. Дугой вот эти вот, как крест, и промежутки, где типа оно туда не достает. РДД, вообще я не понимаю, как можно умереть от этих струн, блядь. Вы изначально стоите на рендже. Ладно, милики, если условно там два гитариста, они идут двум гитаристам, или два гитариста зашли, и они пускают две струны. Им отойти, ну, невозможно, по сути. Если только не повезет. Но из-за РДД умереть, это пиздец уже просто полный. Там можно, не знаю, в носу поковыряться еще и отойти. Они не так быстро летят. Вроде танки перестали умирать. Теперь новая проблема, гитаристы. Соберитесь, пожалуйста. Поверяет гитариста. А рыбы не было, да? Она была. Поставлю еще одну, значит.
Самодовольный глупец. Я сокрушу его, и сопротивление будет моим. Еще раз расширим клуба. Кричать на хп не забывайте, хотя вот Иван. Это тоже достаточно важно. Лишний 2000 хп. Бентли, ты тут? Лапку бафните, друид. Берите с меня Черногорск, пожалуйста. Я не остался. 15 секунд. Встану по своему месту. Сюда разошли там. По местам. Я рунали пол дупас помаш. Готовились к ВРП с гитаристом. Кубок прожали. Отпускаете? Звезде сыграли все. Скан, охеряй звезду. Стан дайте. Новый паунд. Следующий таргет, только и гриппы, да. Звезду сыграли все быстрее, стан дайте по ним. Аккуратно волны, дай выйдет в этот массокруг.
Да. Следующее. РДД играйте. Идите кто-нибудь так. Великий босса пока. Мне КД пока. Чем будет? По звезде сыграли все быстрее. Дермиш, грибнешь последнего после ветра. Сейчас забирали. Сыграли быстрее все по звезде. Феряй. Да, ладно. Готовьте еще следующий кубы. Есть Финнерсхан. Так, кубы прождали. Кубы прожали быстрее. Все отлично, отпускайте дебесов собирай. Босс убейтесь. Босса подбивай эти, ну, этим автоатакой. Регеньте ману. Подводи, как только ее заберешь босса сейчас, подводи босса сразу под бесу. Все, подводи. По бесам сыграли. Далее уе. Босса вешать. Войд первый даешь моста. Скажу, когда скана второй. Давай моста, Войд. Скана моста. Все отлично, босс обратно в центр. Готовься забирать, забирай. В центр обратно ставь так же, как он стоял. Видите босс. Демоны, кубы, готовьте кубы. Кубы прожали. Руки ханты напала, напуливайте демонов, пожалуйста. Отпускайте кубы уже. У меня зависло все. Заебись. Первый демон нужен. У меня повисло. Хороший сервер, блядь. Сейчас стану еще, если что, кто-то. Юбис. Кто сейчас станет чудермич? Включи стрим мой. Ее заберет. Все, я отлагал. После ее заберу. Подводи боссу пока. По демонам играйте, косты сбивайте. Метки поставил там. Спешки повысил. Готовься забирать кермичный, по-моему. Вот. Добивайте демона. Последний демон остался. Вспышка, вспышка опять. Готовьтесь. Босса подводи и забирай. Босса веди в центр обратно. Опять, не надо тут оставлять. Нормально. Кубы прожали. Все, отпускайте нормально. Сейчас буду забирать. Под демоном сыграли. На пульте, на войде. Играйте под демоном. Метки ставлю, там должны запомнить, кто сбивает. Мана хуёвого двух хилов там. Доля есть тотем? Да, добавляй гимн. Дай гимн на ману. Ну, я поставил. По демонам играть, сбивайте косты по меткам. И тот моб, который без метки, не помню ещё, кто же сбивает. Максимальный урон по всем модам, а внешне покажу. Набивайте быстрее, последнего. Готовься, забирай дерьмище. Ставь босса в центр. Кубы приготовьте, сейчас буду. Гитаристы. А. Кубы прожали. Все, отпускайте нормально, барьер накрутите. Звезду сыграли, все быстрее. Переняйте прямо на звезду.
следующего кинка игры. Гамма из баунд. Чем мы сыграл? Юю грип не. А не, стоп. Сейчас по Юю заберешь босса, дармишь грипнешь потом одного целого, которого. Все. Дармишь грип не. Вот звезду поставил. Сюда эту хуйню. Ага, сферяйте и добивайте последнюю. Там он забирает. Босса бейте, босса. Вспышка 3. Приготовились. Вес отлично. Кубы прожал. Все отлично, отпускайте, босса бейте. Может стопнем? Какой стопнем? Ты, блядь, прикалываешься, там 6 миллионов еще. Не надо никаких стопов, бейте босса. Подводи босса Юю к бесам уже. Бесов дали его я. Блять, было сейчас на тебе? Тебе ребахнули ДК быстрее. Ой, твой первый мастан будет. Бесом больше у дали. Залили. Давай мастан войд. Забирай. Скан на мастан быстрее. Все отлично. Босса играйте. И готовьтесь квести в печеньки босса потихоньку. Забирай ее. Печеньку к воротам побежали оттуда, где мы пришли. Я сдаю, пожалуйста, подумай. К воротам, быстрее все, лужу дал. Быстрее все к воротам. Быстрее, прижались к стене. Дал айсбаун. Ждем. Заберу босса пока на себя. Все, отлично. Сейчас я его поставлю. Как поставлю? Рассоситесь. Бить. Геро по откату, да? Да. Опять слагает, пиздец. Ты чё? Ой-ой-ой, блять, обновилась хуйня. Сука, рано стаунтил из-за лагов ебучих, нахуй же. Просто по времени таунчил. Ее, по-моему, на тебе нету этой хуйни. Дермич, ты следующий забираешь после Юи. Я с тебя. Я сейчас заберу. Ее забираешь. Есть какой-нибудь гимн на ману? Я ПВМ поставлю. Нету. Походу в этом билде вообще похуй. Даже под дебафом сокрушающий переживаю без прыжинки. Типа похуй. Ну да, через портит один. Я этот билд от балды накидал на черпов там. Главное, что воли вверх. Вот, походу я сейчас поздно стаутил, наверное. Я, блин, сори, лагает, пиздец. Рибахните ДК. Ну, у меня просто пинг сейчас 780. Ну, пиздец, ребят, честно говоря. 300 баф и лапку, давайте. Сколько до гимна, ман, нет чего. Пару... Пауза. 15 секунд. У Раянти есть гимноман. Ну так читайте, мне поставлю потом. Давай, Раянти, гимноман. Я перед потолком читал. Че мне показывать, что у тебя никогда? Ну ладно, похуй. Ну, я заберу. Подбивайте босса, там автоатака, джаг, вешу.
Получаю посохом похуячу. Подойди в мелизону, побей просто. Ну, просто я хуй его знает. У меня сейчас такое отвращение к этому Сирусу, блядь, из этих лагов. Это просто, сука, словами его не передать. У меня так горит от этого. С такими этим слайд-шоум играть, сейчас просто. Не знаю, как я игру лет раньше. Что, блядь, делать? Не дерьмить, но лучше, по-моему. Каст этого сокрушающего удара. Кто в курсе, как он кастит этого по времени? Секунду, говорят. Секунду. У меня задержка секунда приеду. Блин. А куда? Я... Чтоб вы понимали, я весь бой, блять, по таймеру нахуй его научу нахуй. Курса не будет работать. Да, каст быстрый, пиздец, конечно. Так, короче, сумки не идите, а вот печеньки и от лута отказывайтесь. Сумки это, которые там, мешок этот. Ну, короче, от лута отказывайтесь и от токен. Остальное этот, можете... Кирилл. Что? Я был на замене и меня взяли на грула. Тогда еще на прошлом году мы можем лут с него сейчас разыграть, потому что я не смогу попасть. Заходи, Ваня, твой... Выход, блядь. Ой. Сейчас будешь тоже, как я, виснуть лагать. Белорусы.су. Да, ну, сейчас, я сейчас, наверное, с мобильного интернета буду заходить в пизду. Ну, скорее всего. Только вопрос. Да какая разница? Я с мобильника зайду, мне все будет хорошо. Я более чем уверен. Людишка выигрывает печать пустоты. Единственное, что, блядь... Дальше будем. Людишка, отдай печать. Сука, сколько раз повторить, чтобы вы не ролили? Вот чё вы, блядь, хуйней занимаетесь? Что, сука? Ну ж не ту кнопку нажал. Хотел спиздить, да? Ладно, что с Якинкой вообще надо с того мозга? Пояс. Не делайте ставки твои на пояс. Я около входа в майнинг. Агро. Карго. Что, не видно, что я поставил? Mm-hmm. Бать. Это же на Анхолика и Ретрика. Мне перекап мастерства. Мне он самый лучший вариант. Хуй знает. До целка уже чуть-чуть осталось. Анхолики будут бегать с этим поясом и ретрики. До целка гера. И то, наверное, даже может больше. Да, если бы люди приходили, уже бы 2 КД закрывали бы. Фреймрейды. Ну то да. Вон, сейчас гитаристы начали выходить, вроде после перекура, бля, более-менее все наладилось. Гитаристы начали убиваться, никто не умирает, блядь. Единственное, что настроение у меня не все равно никакое, блядь, до всех лагов ебучих. Спасибо за рейд. Я
У меня всегда 60 FPS. Ну, типа, как-то настройка, типа, да? Стой. Этот Кирилл, мне из рейда выйти и Насте типа на замену написать, чтобы она потом начислила. Какой за магия? Окей. Насте напишешь, она тебе начислится магия. Угу. Ваня, ты зашел? Нет, не пара мальчика. За пояс. За пояс? Мощенька? Ты же чувствовал, когда я его... Так что за Толгородская тюрьма? Там были? Или еще нет? Что, не можешь... Рейд для слабаков. Какие-то эссенции для апошмота, там, блядь, хуй пойми. Они типа апошмота 258-го. Ну, как сказали, по крайней мере. Да там шмот мусорный подстрел. Нахуй. Это нормальный шмот, не надо мне. Не, там есть сапоги. Ну, если типа с этой эссенцией 258, там крит хаст, господа, сапоги нормальные. Остальное говно. Да, скоро целка. Похуй на них. Бля, я забыл, что я с меткостью одевал, чтобы сапоги крит хаст были. Два кольца, по-моему, да, с меткостью идут. Ты в каком сайте собираешь себе? В Т10, в Т10 или в Т4? Т10. Ну как, 64-й печеньки, 4 с роли, так Т10 сразу. А ты два кольца, что я... У тебя будет меткость. Ну да, просто сейчас там левел маленький. И наручи можешь взять. Этого хватит тебе. БУЕшный, да, там же, по-моему, с меткостью, не да? Угу. Только они, наверное, будут стоить нахуя ебу. Чё, танки кто-то тут? Пошли вот эти три моба убьём. Войд, пуляй. Выводи, ну там бафы, блядь. Нахуй тебе бафы, блядь, на три моба. А, там Дмитрий еще. Ты, короче, громилу держи, тебе проще лопашки. Умирает, даже деву не дали понюхать, если ты говоришь про пуховый бельон. Он ни разу на деве не был. Так, на касты встаньте, пожалуйста. Это, блядь, мы не убьем их никогда, нахуй. Там после рывка? Ну, ладно, мне похуй.
хилы тут? Ревностно. Один ДЦ, что ли? Попал и пошел. Морфетка, ты в танке будешь на этом босе. Да. Блять, кончено, трешно. Рисовали хп им, блять. А что зачем? Что было все просто, блять. И так он понерфили королей, блять. Радуйся. Теперь бой не полчаса, а чуть меньше. А сколько хп было? Значит, 35. 35, ага. И у короля 40, что-то там, сколько у него, 45 было вроде? Тут же порабощение у ока не работает, правильно, на собаку? Да. Что ждали? Обновить банку? Ну, блядь, сейчас. Давайте обмен опять на банк. Феникс у нас с кана отваливается, у него температура 39 поднялась. Нормально. Есть. Здесь была бы у меня проходочка на хвале. Сейчас бы только нуб закрыт, какая нахуй проходочка? Ну, была бы, я же говорю. Но спала нет, получается. Чё, похипали? Это кто говорит? У Войда же есть. У Войда? Ну да, Войд в спеке впал. Чё там на ком? Её в танке осталось. На ком из танков будет приоритетнее частицу держать? Сейчас, подожди. Кластер стал. Тебе еще нужно или нет? Да. Так, ну тогда смотри, мне каски, наверное, давать, а кулаки и всю эту парашу, там, крики, там, хуйки, это всю хуйню сделаю, да? Ну, да. Ну, в принципе, пока бафы висят, хуй знает. Уже после вайпа. Не на все бафы будут. Помощь маски надо обмен звезде быстрее. Подскажите, пожалуйста, тут маги декурсят? Только хило. Да, декурсит. Обмен за фласками звезде быстрее. С декурсом вообще нет проблем. Потом две совы, да? Три мага. Одна сова. А, одна сова. Это эрдру. Все, никому флажки больше не надо.
мне возьмите лаку скифи. Бля, не, я слепоглазый кроша не смогу танчить. Там каст нужно будет слепоглаз сбивать, мне пингуется пиздец. О, ю-ю, короче. Как-то шоу, типа, шмот тут. Блять, такой. Так давай в 5 танков. Кинь в 5 танков. Ладно, похуй. Один пул сделаю, там дальше клиент. Ладно, я крош, если по глазу заберу. Дермич. Заберешь трусы и печеньку. Поставишь их где-то. Вон там в кресте примерно. Не, я не буду танчить, не лагает пиздец. В целом, похуй, один пул попробуем. Там сразу скажу, если. Кикни скану там. Поставь maybe какого-нибудь мага косты сбивать. И взять никого, да? Нам еще один спот нужен. С 3.02 есть. Ватсон. Ватсон. Я не помню, когда нет. Для милишника желательно, конечно, лучше было бы. Очень мало милишников. Немного гурлян. Что такое духи? Там этот... Аня, ты там заходишь, нет? Так, ты уже там говорил, что зайдешь, блядь, полчаса назад. Там танк не нужен будет еще? Ну, там. Ну, встать. Хотя... Не, наверное, пока не. Нихуя себе, двор в шипы. Жестко. Ты кто такой извращенец? Обычный двор. А что, он даже сделал все с ДД или что? Что такие вопросы-то? Нет. Ставьте шкаф, что мыть всех. Да все тут, кроме этого. Человек. Не. Че, налево пришел? Блять, есть у кого-нибудь почтовый ящик? Забыл забрать. КД. Кто-нибудь поставьте, у кого-то это должен быть. Спасибо. Кстати, эту карту за сколько можно купить голды? Мне в Т10 она пригодится. 25-30. Она подешевеет ближе к целка, как думаете? Ну, она бисовая на все время, я не знаю. Так и будет цена. Там же открытый аук, типа, и люди всегда до 30-ки там ставят, плюс-минус. Короче, мне, короче, мне нужна эта карта, надо 10. Ну, 30-ку фарми. 5 камня вернешь, потом 30-ку нафармишь и купишь. Да. Да не было времени вообще играть, только появилось. Хочешь забрать карту К. В
Фарми сотку. Скажи, требуй с Володей сведений. Говорит, ты Серман 14 стартишь, он разрешил, чтоб ты мне отдал срочно. Ладно, дай долды. Блять, у меня даже на фласк нет. Ты дашь голды, Кана? Ею тогда, короче, забираешь череп на себя. Я тебе уже вроде говорил, вот тут ты будешь танчить. Ну и... дерьмище там в кресте, трусы и печеньку. Тебе в основном хилить надо будет, это Ю-Ю и Дермич. Гц с кружкой Яша и поясом. Такой вопрос, я в рейде или нет? Да. Да. Блин, я до сих пор рейд не приняла. Хорошо. На сервер, я тут. Так, я танчу, не? Нет. Окей. Бать, вар заряжен уже. Куда там заряжен? На ноги мои посмотри, боты. Ну, холи щит уже позабирал все печеньки. 4 штуки. Вон Ридикас написал, что нахуй нам еще надо, блять. Сделали бензин. Так что там, на кого частицу держать в приоритете? Кто там больше лутать будет? Я же тебе только что сказал, Дермич и у тебя в основном хилит. Есть фаска. Ага. Феникс, а мне держать. Подожди, точнее Дермич и я. Так, на тебя или на его лучше? Блять, ну понимаешь, смотри, тот босс, который открывается, он, соответственно, больше всего хуярит. Вот, ну, типа, ну, король и Киглер, ну, как бы, тоже по чуть-чуть пробивают. Если ты его 5 секунд условно не хилить, то, соответственно, блять, ну, он там сдохнет. А ты кого держишь? Держу этот, блять, кроша, если погладно. А, ну все, хорошо. Короче, для остальных РТД стоите вот тут вот в одном кемпе в кучке, блять. Вот вам метка примерно. Звезда. В одном кемпе, когда открывается крош, крестик, кидается живая бомба. Живую бомбу выносите с рейда. Она висит на вас 4 секунды, потом взрывается. Не будете выносить, значит, блядь, будете получать минус. Дальше, олм. Олм танчится здесь, милики все время играете по трэшу. Мне ауру сразу огонь взять или из кастерской свечить? С кастерской свечить. Дальше. Бля, что я хотел сказать, сбилась мысль. Смурфетка, твоя задача. Когда олм открывается, ты забираешь на себя собак и вместе с миликами их убиваете. Тут. Одну собаку можно не убить. Ее можете забрать. Ты пропал. Ну, короче, заливают этих собак. Без магии. Магии из этих собак бить нельзя. Только на этой перифазе. Ну, когда олм не открыт, можно магию хуярить. А когда олм открывается, магии нельзя. Если вы будете хуярить магии, они будут отхиливаться, соответственно, лайк. Надеюсь, вы, блядь, это тоже учтете. Милики быстро физуроном их убиваете. Дальше. Киглер. В принципе, там все просто. Главное, прохиливаете, просто бьете. Слепоглаз то же самое. Король там... Короче, самое главное, еще когда олм открывается, декурс. Декурс максимально быстро. Три мага там и сова. Все. Это самое основное. Остальное слушайте, буду зум. На Серченко, лобав, пэх. Гимны по команде, тотемы тоже, типа, делиться будут. Помойка. Не, ну это помойка, не сервер. Это ебаная помойка, сейчас нахуй. Заебала нахуй. Это уже хуйня. Пойдем же мы тоже. Чтоб они там нахуй, блять, их перекосоебило, нахуй, этих долбоебов, нахуй, которые там эти обновы делают. Дмитрич, я сделали нахуй. Тебе крик вары дадут.
Людишка, а тебе нужно отдельную рыбу поставить, чтобы ты поел со всеми, или в чем твоя проблема? И Рока тоже. Может, вы покушаете рыбку? Сука. Людишка, у тебя ни бант, ни масло. Там это еще по СС-у скажи, чего на кого поесть. Не надо пока никого. Что, у меня нет духов, блядь. Я в этом ивенте ни разу не был, но отъебитесь. Я не переживаю, просто так каждый раз. Каждое КД что-то не делаешь. О, спасибо. А чё отдаю? Потом таргет себе заберу. И там стаки волновские, ну, может скидывать эти, поехали. Покидывал. Франк. Зеленка, да. Киглер, РДД бить, трусы. Ба, 90 СПД? Нихуя себе. Да, блять, я с хикса выйду сегодня. Бабл сидел на авто. Все, стопните по киглеру, не бейте. Ждите, пока следующий крест. Сервателю. Крош открылся по кресту, играйте. Живую бомбу выносим. Блять, ну. Ауру смени на огонь. Да. Не сбивает. Не подходите только к крошу. Живую бомбу выносим. Еще раз повторю. У меня дома из баунд. Я маю на огонь доступ к команде. Доля, сядь на слепоглаза позбивать молитвы. Давай, я маю на огонь. Все, стопнули, кроши не бьем. Полом открылся, собак выводите, полом играть, и прохил. Бойчик умер. А че так собак много? Вы милишники собак вообще убивали до этого, типа, или вы в ФК стояли? У меня 3 милишника всего со мной. Там собаки по пол хп хилятся с хилки общей. Надо собак убивать, либо песня выпить. А чё они пришли? Германча сложила. Покажите, там прям ямку надо. Он вечно летает, может они его в спину бахнули. Там в ямку становишься и стоишь, никуда не откидывай. Бля, заебал этот Долорант, ты понял? Ладно, Дермич, иди и танчи тогда крест и полумесяц, возьми в таргет этого слепоглаза и сбивай ему молитву, потому что у меня пролагивает, я не всегда ее кикаю. Я потанчу киглера и слепоглаз и крош. Полумесяц и крест я поставлю. Танчишь там же, где вот этот крест будет стоять. Дермич, слепоглаза будет два коста. Одна обычное исцеление и молитва исцеления. Тебя надо только молитвы сбивать. Я сбиваю. Я посмотрю меткость. Еще и по боссу ты, блядь, вряд ли там что-то собил. Сколько там? И смотри, там агро набирай по максимуму, потому что агро сорваться будет пиздец. Гроху я его набираю.
А чего бойчик умер, не могу понять? Информация о смерти. Не линканут. Не знаю, его просто не прохилили, если не поглазу. Причина была. Что-то не хватает. Вот. Крик на АП. Пускай ДНЗ кричит. Вы на ХП. Вы не села, рыба. И убивайте сразу собак. Что тебе не хватает, дремить? Поехали. А чё дал? 5, 4, 3, 2, 1. Эх. Если по глаз открылся, по полу месяца играть. Отойдите от него. Дермич прохилился, ну что-то умирает вообще. Ну эти пробивают. Газ под конец кикните. Все, стопните после по глазу, не бейте. Газ, кик, газ. Опять. Еще раз слепоглаз открылся, слепоглаз бейте. Блять, это дизарм пока для кэш, что-то пиздец. Опять бойчик умер. Сука. Дай бы, дай Яша по нему бы. Смотри за агро, пожалуйста. Не надо врываться сразу. Опять игру, блять. Сука. Ну, ребята, вы можете... А, вы уронили танк, а не прохилили, да? Угу. Я не знаю, Дермич, а чё тебя так складывает, вот скажи мне? Ну, типа, что это за пиздец вообще такой? Это вы еще вчера мне говорили, вы ОК пускаем по танчу, да? Охуенно. Ну, он спокойно танчит ВК. Не стоишь меня сыпать. Под глаз. Хотя тут даже не его вина, блядь. Его не прохилили, блядь. Просто нам... Ну да, все. Буйный рост, там, омоложение, блядь. Его только хилил. Короче, это я в Юю кастанул свет, и он сдох. Ну тогда, чтобы я не отвлекался на Юю, который лука делает. Не, ребят, ну типа, давайте так, вы пятером хилите, типа, нахуй. Нахуя вы тогда вообще пятером здесь нужны, если вы роняете танк в самом начале? Смотри, на хапали, кто открывается, сразу в того танка частицу, и схилишь всех, и все. Частицу на Фениксе держу. Ну, свечить надо ее. У нас нету медведя, понимаешь, я постоянно в дизарме, типа, хуёво вообще танчить этого короля. Дизарм пока докидает. Просто я бы не сказал, что он меня там слаживает прям пиздец как, но, типа, бьёт по сколько по мне король, по 14 тысяч король бьёт. Короче, между Юю и Фениксом больше 50 метров, поэтому хилку кидаю в Юю, я Феникса не хилю, тем более Митрича. Ну я там сам подхилил, по большому счету, но надо. Короче, шаманы, смотрите. Смотрите волной по Юю, я не буду тогда на него отвлекаться.
Просто проседали сильно и Юй, и Дмитрич. Можно, в принципе, после билд переделать, но вообще троих потанчить. Они с руки бьют все много. Все, флекс. Если б не лагало, можно было бы попробовать, да. Я более чем уверен, что меня б не что-то. Абориген, ты тут? Дерьми еще тебе не хватает. Готов? Ну, типа, давайте хилы немножко как-то, блядь, нажимайте кнопки. Ваше это цепное исцеление нахуй не надо. Особенно, когда открыть слепо глаз. Поехали, таргеты, я надеюсь, вы свои помните, которые заберут. Гитлер открылся. Какие не рубить. Только не уешься короля, потому что, блядь. Что ты делаешь? Маня, нахуй ты сюда пришел, скажи мне, пожалуйста. Ты понимаешь, что я не медведь, блядь? Блядь. Мне кидается дизарм, я не могу агрон набирать на короле, сука, нахуя? Блядь. Маги, наверное, это 4, да? Заебали нахуй. Не, это просто, блядь, Ванька решил подойти нахуй побить, блядь. Умник, ебать его, уродно. Побил, блядь? Я думал, что медики бьют, Киглера нет. Да, конечно, блядь. Все, стопнули по Киглеру, прохиливайте. Шарик. Ты понимаешь, что я... Покрош убейте. Ты понимаешь, что я ДК, блядь. Мне кидается дизарм. Как я агро должен умирать? ЛПшка одной нахуй? Так она не бесконечная, блядь. Свич на ауру. Смотрите за бомбами. Ребафните шамана. Ну, раз, дай БР, понял. Далось баун. Давай ему на огонь. Прохил. Все, стопнули урон, никто не бьет. Стопнули. Стопнут. Ом открылся. Отводи трэш. Отводи трэш на фетка. Забирай трэш на себя, отводи милики, играйте по трэшу, РДД по боссу. Без АУЕ, если там трэш рядом. Если машина надо будет, скажу. Больше одного еблана кого-нибудь забаньте. Один на одного можно оставить, остальных нужно убить, этих собак. С косты сбивай там главное. Можно подхилить? Можно инер. Можно? Ладно, я пету съем. Где курс? Блять, ладно. Еще одну собаку надо добить. Сейв, сейв. Дайте ребаф по вару. Прошу открылся, попрошу играть. Раянти, дай гимна ману. Доля, поставь ТТ. Нет, уже ТТМ. Зао, поставь ТТ. Вью прохилить. Бейте крош. Не, это, сука, этого короля танчить только медведем, нахуй. Ты такая залупа, нахуй. Это пиздец просто. Крик на ХП обновить можно? Можешь поставить там, где в обычке танчится обычно.
Тиглер там сколько. Не, столько. Да-да. Айсбаунд дал. Дай манагонь, манагонь, быстрее прохил. Живую бомбу выносите там. Стоп, а дальше прошу бить. Блять, кастом кипнул. Да я лучше побегаю. Мне типа так удобнее, я немножко подкачиваю. Блять, сейчас дохну. Ну, чтоб урон типа меньше получает некоторых типа. Пал, ну подбивай немножко там этот Велизоне. Около Олма. В тебе проход? Давай, да, дермич, дай этот айсбаунд. Быстрее айсбаунд дай. Прохил. Слепоглаз открыл, по слепоглазу играйте. Иннер. Яша, дай иннер по Void Light. Просил, блять. Блять. Ой, я пойду. Я бол, мой регень маны. Хуй, там стоишь уже. Блядь. А бол, но просто вот колму иди, я автоатачу. Я полностью пустой. Все, стопните, постопоглавлю, стопните. Есть гимн на ману? Даю. Крош открылся, по крошу играйте. Геру, дайте по крошу играть. Вытяните эту фазу, убьем босс. Бомбы выносите, не забывайте. Бейте кроша, больше ДПС, добивайте, у него там РДД много. Мой хилов прям супер хуёвый с маной. Мне пришлось избаунд давать. Потом 30 секунд. Все, стойте, ждите пока. А Болма, регеньте, идите. Сколько ДТТМа у тебя? 30 секунд. Озвучишкой на кнопке даже. Слепоглаз. Слепоглаз, слепоглаз бить. Чисто фул манаре. Давай. А этот хуйня почти не бьет. Хилы вон. Бей, регеньте ману. Только останьтесь, кто-нибудь один меня подхиливает. Да, иди там какой-то друид его походу. У меня есть тотем, есть? Я пока дай его фото. Так, и этот Аус, давай гимн на ману и ставь тотем. Дерьмичу прохил. Смурфетка, забери у Юю Олма на пару секунд, чтобы он стаки скинул. Забери Олма. Забрал. Все, стопните после погладу, стопните. Так и спадал. Забирай собак, одну забаньте. Не уешьте только РДД пока. Пока собак не отвели. Все, можете бить. РДД Олма, милики по собакам. Одну хуйню забаньте. Нинка, сбивай главную молитву на Sleep and Light. Разбаньте обратно. Того, в бане пускай стоит. Целого, блять. Если коцного не надо банить. Был билет. Декурс. Маги, декурс. Да нахуя, блядь, помогайте. После Паулмут сыграете, больше ДПС дадите. Там одна, когда открыто похуй. Прохил, блядь. Все, бейте Олма, там одна собака вроде осталась, милики Олма бить. Одна же осталась, да? Да.
Все, Олма, бейте милики. Позвучивайте, одна собака, значит, бьете вам. Далась бам. Опять Олм открылся, что ли? Да. А собаки не вышли, да? Угу. Декурс, бейте, пожалуйста, волны. Маги, декурс. Декурс, декурс, максимальный. Максимальный декурс. Батя. Дашево. Яша, дай БР по бате, когда... Ну, после Олма, короче, когда закроется. Пока не надо. Забери снова декурс, Олма. Декурс, максимальный декурс. Можно Инер в роли, пожалуйста? Я жду Инер. Больше ДПС. Ю-ю, дай айсбаунд. Нажми айсбаунд. Декурс. Лока ребахните, где-то не забудьте. Декурс, маги, декурс, декурс, пожалуйста. А вы АВКС по Киглеру играйте? АВКС вообще кидаете, по звезде играйте? Да, кидали. Зау, сколько до тотема? У кого-то гим есть? Смурфетка, тебе уже там нечего ловить, иди забери с меня короля, блять. Чё, давай, поставь и можешь его поставить вон туда, вон в крест. Я дайте тотем гимна, пожалуйста, тотем и гимн. Собак больше не будет. Зао, поставь тотем, пока она дай гимна ману. Там уже дали. Вон туда в крест поставь. Нет, потом просто он откроется, в собак не играете, просто он убиваете и все. Ну, не надо собак бить, просто он убивает. Ну и декурс, соответственно. Прохил. Ой, 5 киглер. 5 киглер, а кто? Меньше киглера. Мурф, у тебя ШВ уже от КД шло, да? Нет. Ладно. У Дермича есть рейбаунд. А что лучше, айсбаунд или ШВ? То же самое. ШВ лучше. А, ШВ, да, ШВ же больше дает тоже. ШВ же больше дает. Накиньте бафа по прикольчику чуть-чуть. Блин. Или бафните лока. Ну, без символа на 30-ку. А айсбаунд дает 20 всего. Какие сакра. 15 вроде, ну. Айсбаунд 15 дает. Ой, да даже 15, да, вообще правильно, 15. ШВ классный, да, штука. О, классно. Набивайте киви. Лагает дико. Весь рейд лагаю нахуй. Спином 700, 400, 500 нахуй, на заебись вообще. Приятно. На секунду открыть. Музыкира когда? Так. Дензек и... Алканфел, идите ли по глазу бить. Остальные сождите. Больше ДПС бурсты отдавать. Стерео. Должны добить. Кто сейчас сделали короче по времени? Было по 36 лайн. А, был он дохуя. Сейчас немножко покороче делаем. Еще я немножко. Хильте Вара, пожалуйста. Почти балл отлетит.
Да он дизарм, сука, кидает этот петух, нахуй. Блять, я под дизармом там немножко это... Добивайте волны. Фулл ДПС волны. Собак не надо бить, напоминаю. Собак на себя выбрал. Просто хуярьте волны. Декурс. Так, РДД короля бейте, милики стоят, ждем. Там аура эта хуйня висит. Хотя... Да не, не хотя... надо. Похуй, да. Стойте, ждите. Давай без вот этих вот бувов. Чё там по мне? Нормально, живы целые орлы, но пойдет на. Не, если я откатился у Доли, то там я дам гим. Давай, у меня есть. Иди донзек бей, только донзек. Не, донзек чё-то да хуя, блядь, снимает. Блядь. Ну, подхиливайся его, короче. Бей, бей, не бойся. Ой, бля, ушли, это он маговская хуйня. Донзек, уйди. Сейчас будет больно, нахуй. Ладно, я заберу смурфетка, короче, босса на себя. Все, идите бейте, милик. Все бейте, короче. Погнайте, стыги, убил вам сотни. Крик на хп обновить. Дайте угадаю, мне кажется, выпадет кольчужный шлем. Да-да-да, он сам. Для меня. Надо. Выпадет. И выпадет, что еще, наверное, плащик с духом выпадет какой-нибудь. Я так думаю, такой вот. Я уверен, что выпадет печенька. А Серега, ты полутал пушку с магик? Бля, они по КД стали, она мне выпала и стали по КД. Уже все. Да, по... да, просто. Леру, давайте. Обновите каску повара. Вон, сейчас на успех будут забирать кто-то. На моем случае. Собак позабирайте кто-нибудь просто. Сейчас ловко. Ну, в мелизоне просто танчить, пускай это я умираю. Их похуй. Ты видел скорость атаки, Серега, какой рамс? Не, я не смотрю, мне это не интересно в коте. А как нахиля с ума не сойти? Не знаю, спайм просто омоложение свое. Дайте каску поварам. Как с ума не сойти с 400-500 пингом? Уже второй день служит, но даже не второй день. Дайте каску поварам, по локам, по шаманам, спасибо. И 300 баф еще раз по ним. Буквою похуй. Так, сейчас, да. Сейчас никто не отходим, скипаем сразу трэш. Бейте опять лок скип. Ты говори, не дайте, ты гривой. Я не понял, нахуй, о чем речь. Я стою свет небес кастую, я чуть не заснул, нахуй. Я же один в рейде, блядь. Жизнь. Да вообще пиздец, залипаю. Ну так вот, ебани по оку каску. Правда. Да я ебанул и... уже, блядь. Уже дали каски. Не дали. Я один, блядь. Да вы заебали, найти вам каску, нахуй. Довольны, блядь? Хорош. Хорош, хорош. Ничего, теперь обновляй каски всем заново. Хуй на пристань не попало, нахуй. Можно еще эти, блядь, свиточек на стамину? Ну что, сейчас чуть не сдох. Если что, тоже не бафу. Танком, там миликом стал и стоишь. Если хуже, 600 кап висит, это 120 тысяч увеличения урона, блять, по 30 кап бьет, по 32. Блять, 700 кап. Долго бьет. О, вот это можно на ретрика, пацаны, там, ну не впадло. Ну да, кольчужный шлем, как всегда. Я на танка заберу. Мне шлем нужен, кстати говоря. Не, это мой шлем, я заберу у тебя. Я его опять КД подряд на ханте забрал. Так, сейчас, короче, тихо. Локи, только не проебитесь, пожалуйста. Бежим и забегаем все в угол. Трэш бить не надо, просто подхиливайте танков. Танки вперед. О, нихуя, Бориген, блядь. Читер, нахуй, два сердоля высунул, блядь.
СС не надо будет дать? Не надо. Диван есть. Хотя можно было СС дать, но ладно. Ну, в СС КДш все будет пусть судом. Лучше диван. Знаешь, о чем я думал? Вот вводит по экрану мышкой по аддону, по уводу. Влево, вправо, вниз. Ебало громилом старайтесь не подходить. Вот эта вот мышка направо, направо, направо. Вон туда, в крест. Я поставил мид, блять. Его поставил, вон туда. Крест. Че мышкой там? Все, умирает. Если вот эти все диван дай по кому-нибудь. Сколько километров было? Дай диван по кому-нибудь. Дал? Угу, по Райану какому-то. Все, дадите масрез. Только дайте масрез где-нибудь по мне. Ну, диван потом снимешься. И этот где-нибудь по мне, чтобы достал. Эй, Боля, уйди ты в бою. Нет, ты умрешь. Пошел. Блядь, проследовать. О, да ладно. Ну, резни тогда таргет. Снимай диван, или кто там. Под вон, дрессай по мне, вот прямо около меня стань, чтобы задеть все. Они там сами разрезаются. Ты, блядь, сам срез можешь дать. Кана, где ты был? Ну, на троянте. Ну, блядь, да подойдите вы в меня, станьте, блядь, и дайте масрез, чтоб по всем достало, блядь. Которые за дверью и там. Что, сука, сложного, блядь? Остадите просто три масреза и все. Масрез действует в радиусе. Типа ты от цели, которую резаешь. Хуй его знает, сколько метров. Не похуй, я доли резаю. Давайте. Рыбу хавайте, вот этих трех мобов надо убить. Так, короче, Кинкей, да, блядь, стоп, Кинкей. Ю-ю, первый касс сбиваешь звезде, Алканфели твой второй касс. Дермич, первые печеньки, Бриспер твой второй печеньки. Себя не ставлю, потому что располагаю. Этих трех мобов надо убить. Убейте, пока ща приду. Кто на медиках слакает минус фул ЕП? Звучит как план. Блин, гоните декурс королей, пожалуйста. Бойчик 93, сова 83, филинтрас 78. Экстрим мало, конечно. Ну знаешь, с учетом того, что людишка ноль. Людишка вообще охуел. Ну что он ебаный хуйлан. Вот бля, что. Я бы его убрал с рейда, я сразу говорю. Уже что в предыдущей гильде он был долбоебом, что сейчас он долбоеб. Сколько раз ему говорили, ему по хуям. Может у него просто фреймов нету. У него мозга нету. Ну просто если человек, видишь, рейда не видит, то все равно панелек нет вообще. Ну так а чей это проблема? Человек. Нас назвал стали. Ну, блять, ну хули. Сори, я все-таки дал. Не буду так больше говорить. Сори, меньше, чем они нас докурсил, хилки еще кидал. Кого вас перегибал? Я кто-то тоже пытался докурс, потом видел, что это ману стоит и забил хуй. Кирдрута нет вопросов. Так, то 307 ман это пиздец. Ну зато людишка ДПСа больше дал, смотри, блядь. Ну хотя экстрим больше дал. Зато, блядь, у нас пара людей упало. Так что, может, пока трэша добьем? Да то это хэпал виноват. Видите, я чё? Го, приехали. Да, только диспел фир сразу, моментальный надо. Кто там сагит? Босс. Агро.
Лагает, да? Не переставал. Ой. Чё, жреца доиграете? Все, убегаю, убегаю, убегаю. Тюрьму закрыли.